Стали известны команды, прошедшие в полуфинал Евро-2024 в Дюссельдорфе. Англия сыграла со Швейцарией. Основное время матча завершилось со счетом 1-1. Овертайм никаких изменений не принес. Точка была поставлена в серии послематчевых пенальти, где англичане вырвали победу 5-3. В полуфинале они встретятся с Нидерландами, которые обыграли Турцию со счетом 2-1. Также напомню, в 1/2 финала Евро-2024 болельщиков футбола ждет встреча между Испанией и Францией.